Уважаемые зрители, дорогие мамы, бабушки и сестрички наших замечательных ребят! Сегодня мы встретились в нашем праздничном зале, чтобы отметить первый весенний праздник. Праздник добра, света, жизни и любви. В прекрасный день 8 марта, когда сияет все кругом, нам разрешите вас поздравить с Международным женским днем. Здоровья, счастья пожелаем, чтобы не грустили никогда, чтобы всегда вы процветали во имя счастья и добра. Дорогие мамы, бабушки и тети, хорошо, что в этот час не на службе вы, не на работе, в этом зале смотрите на нас. В этот день приятно дарить цветы. Примите от нас в праздник необычный весенний музыкальный букет. Для вас подарок от самых маленьких участников ансамбля эстрадного танца «Мириданс». Встречайте! На сцене